Добро пожаловать на канал Harder Than Info. Это устройство Samsung Galaxy S10. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве проверить процент батареи. То есть не проверить, а сделать так, чтобы он показывался вот здесь вот на иконочке, на графическом знаке заряда. Итак, открываем приложение «Настройки». Затем открываем пункт «Уведомления». Спускаемся вниз, взглядом спускаемся вниз и нажимаем на пункт «Строка состояния». И здесь нажимаем «Показывать процент зарядки». Теперь возле нашей батарейки отображен процент заряда нашего аккумулятора. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.